Опа. Опа. Вообще загорешка такая. Загорешка, загорешка. Все, тишина в студии. Мама снимает. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас будут посылки с Китая. Точнее, у нас будет haul, book, look, look, book, haul. В общем, я сейчас покажу, что мне пришло с Китая, то, что я заказала себе. И я довольна практически всеми вещами. Единственное, что я, может быть, не угадала где-то с каким-то размером. Ты думаешь, что ты застряла? Да? Размазалась. Не, все, прости, но я думаю, там не будет. Так, но есть что-то, что... Но есть что-то, что поразит. Чё орёшь? Скоро, сына, скоро я тебе всем покажу. И тоже будешь базарить на заднем фоне. В общем, есть что по размеру отлично, но какие-то моменты большие, то есть нужно будет подушивать. Но в любом случае, мне все понравилось, что пришло ко мне. И я все подушью, то, что мне не подходит. В общем, начнем. Давайте начнем вот с таких вот джинсиков. Я вам их здесь показываю, показываю плюсы-минусы и, соответственно, показываю на улицу под музыку, я там для вас выплясываю в них. То есть вот такие джинсики. На сайте один размер, все это заказывала на сайте китайского Banggood. У них один размер, и он, скорее всего, S-очка. На M-ку, я думаю, что он не налезет, не пойдет. Один размер. В чем прикол? Здесь такая резиночка, они достаточно свободные, не в облипочку. Они укорочены, у них вот такой вот низ, то есть его подворачиваешь, и все это идет у нас в стиле. Спереди, значит, у нас идет вот такие вот манжетики, да, и вот здесь еще вот такой манжетик. Ну, очень стильно, вот сами можете посмотреть на видео. Еще один момент, что здесь, знаете, немножечко такая вот как пошивка такая, мне не хватает немного в попе, знаете, еще попа, видимо, большая, не хватает. То есть, когда садишься, вот это вот раз и вниз. Но если затянуть, как я нашла, лайфхак, такая, думаю, ля, спадают, иду, спадают штаны. Просто затянула вот эти штучки, и все идеально. Но мне в них очень комфортно. Я вообще джинсы не люблю, особенно те, которые не стрейчевые. Эти не стрейчевые, они не тянутся. То есть, ну, такой. И я не люблю джинсы, потому что в них неудобно. Они для меня сковывают движение. Я их люблю носить, они классно смотрятся. Но они сковывают движение. Жопка моя. Эти отличные джинсы, мне они очень нравятся, но размерка S. Все. То вдруг... Кто-то подумает, что они супер-мега растягиваются. Дынечка, тебя видно там? На. Трошка. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такой свитшотик. То есть он длину тоже вы посмотрите, обычная длина стандартная. Здесь он внутри утепленный. То есть мне как раз в Москву поехать будет замечательно, потому что говорят, что там снега какие-то у них. И рукав, то есть вот такой, да, я вот подкатываю немножко, и удобно. То есть материал, ну понятно, что это стопроцентная синтетика, но он достаточно приятный к телу, то есть мне не противно. Вот эти прям, ну, конкретные принты, то есть это не мягкое такое, оно вообще даже отдельно как-то вшито здесь, вот. Вшитые куски. Вот такие. Да здесь-то, здесь. Все тебя слышат, сына. В общем, вы сейчас можете это посмотреть, как это смотрится с моими штанами, потому что я, в принципе, покупала все это вместе вот под штаны. Что я вам хочу показать, это вот такая вот юбка шикарная, просто шикарная, она длинная, я так все боялась, что она будет короткая, знаете, вот когда в Китае покупаешь, подстреленная, вот я люблю юбки в пол, но я заказала M-ку, все здесь, все нормально у меня, все сидит, но длина просто на двухметрового человека, мне реально нужно ушивать, и я буду ушивать, потому что она реально крутая и классная, вы тоже это можете посмотреть, как я тусуюсь в ней на улице.
маечку, кстати, я покупала отдельно, это в каком-то магазине, я не помню, где-где-где, в Glory Jeans, да, то есть это не с Китая я заказывала. Следующее, что я хочу вам показать, это вот такое вот платьице. Как давно, я была беременная, я ходила, искала себе эти платья, ну, думаю, блин, зачем вот покупать? Были красивые, знаете, вот, вот такие вот платья, они даже, вот фасон не везде, то есть просто висит, бывает, как тряпка, а как, чтобы были вот такие штучки, да, на плечиках, чтобы были плечики открыты, чтобы была ажурка какая, чтобы ткань была приятная, чтобы она была разлетайка, внизу вот что-то такое. Еще было бы хорошо, чтобы вставки какие-то были. То есть, ну вот для меня из тысячи вариантов вот таких платьев, это самый лучший дизайн, вот самый лучший вариант. Я его нашла на одном из китайских сайтов. Ссылки, естественно, я на все вещи оставлю вам внизу, так что не волнуйтесь. И длина хорошая, и разлетайка, и чувствуешь себя прекрасно. В общем, посмотрите, как я в ней тусуюсь. Вот, размер отличный, все мне в ней понравилось. Так что буду тусоваться летом в ней. Мне будет не жарко. Следующее, что бы я хотела показать, это платье. Значит, платье вы сейчас увидите в полный рост. Оно прекрасного, нежного, розового, такого, знаете, дымчатого какого-то, да? Вот дымчато-розовый какой-то цвет. Дымчато-розовый, да, цвет платья. Здесь идут вот такие на рукавах вот рюшки. Вот такие рюшки идут здесь на рукавах. Здесь ничего не прозрачно, то есть его надо носить без лифчика. Очень красиво. Здесь идет у нас как пояс, да, и от пояса вот здесь прям под грудью все идет вот такая разлетайка. Платье тоже в пол, то есть оно не короткое, не подстреленное, чего я всегда боюсь. Сзади у нас открытая спина, вот такой красивый бантик. В общем, вы можете сейчас на видео увидеть, как это все смотрится. И единственное, что оно мне немного большеватое. Я его буду ушивать именно вот здесь вот в поясе. И будет все замечательно, я обязательно буду ходить. И вообще под загар, смотрите, ну да, красиво. Слушайте, я этой пудрой воспользовалась вообще, да? Я прям себя не узнаю, я реально подзагорела как будто, да? В общем, посмотрите, как оно на мне смотрится. Heaven sent an angel, heaven, heaven sent an angel. Never give up hope, I always believed. I have someone out there to fill the hole inside of me. I'm looking for love. Последнее платье, которое я хотела вам показать, оно реально крутое. Я вообще люблю такие цвета. Вот, смотрите, цвет, да? Он тоже персик, но песочный какой-то немножко... Я не знаю даже, как назвать этот цвет. Цвет вишневой пенки. Цвет вишневой пенки. Вот мы девчонки, да? Пацаны нас не поймут. Цвет вишневой пенки. Класс. Короче, здесь супер-мега воланы. Здесь очень классное такое, знаете, как с чокером вместе идет такое платьице. Спина открытая. Единственное, что здесь вот все супер, да, эска, все, вот сама вот эта вот длина. А, ну еще теплая. То есть это не летний вариант, в нем будет жарко. Реально очень-очень теплая ткань. То есть оно скорее осеннее и вообще под сапоги бы его. Ну вот скорее на осень оно и будет мне. Ну, не знаю, летом, может быть, только если вечером одеть его. Оно теплое. Оно тяжелое, да, вечернее такое. Прям бархат какой-то такой прорезиненный. Ну, к телу приятное. Воланы просто огромные, и они вот большеватые. То есть, если ушивать. Да, то это просто вот здесь вот взять и ушить именно воланы, потому что они прям спадают. Но вы можете тоже посмотреть, как оно смотрится, сидит в обтяжечку. Короче, я в нем просто, мне кажется, какая-то мега-суперзвезда. Мега-суперстар просто. Все мужики будут ваши, если вы будете в таком платье, еще на каблуках, на шпильках. Я не знаю. В общем, смотрите. Oh,
вот, в принципе, и все. Все посылки с Китая пришли, я всеми довольна. То есть обычно бывает, знаете, я заказываю что-нибудь, думаю, так, вот это подарю, вот это носить не буду, вот это для дома оставлю, хотя брала куда-нибудь на выход, да. И в итоге сейчас я довольна полностью всем. Единственное, что вот с размерчиками не угадаешь. Но это, по-моему, на китайских сайтах у всех такое. Все ссылки на эти товары я оставлю внизу. Я покупала это в двух магазинах, в Runway и Shein. Может быть, вы их знаете, потому что я часто там заказываю вещи. Мне очень нравится. И я надеюсь, что понравится вам. Зайдите, посмотрите, что у них осталось, если что-то осталось. Я думаю, что наверняка вам что-то из этого понравилось. Потому что Лене моей точно понравилось. Скажи, да. Что тебе не понравилось. Мне все понравилось. Все понравилось. И мне все понравилось. Вот, у меня новая помада, и будет скоро видео по ссылке с Китая. Естественно, я вам покажу эту помаду. Все. А так я с вами прощаюсь. Люблю вас, целую. Будьте счастливы. С вами была Селена Свей. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.